Дорога от Сыктывкара до Усть-Кулума явно изменилась, говорят водители. Вместо пугающих ям почти повсеместно гладкий и новенький асфальт. Привести в порядок эту дорогу было задачей номер один. И более 100 километров обновленной трассы почти готовы. Вот, скажем, на этих 5 километрах 835 метрах рядом с Карткиросом летом усилили асфальтовое покрытие. До этого на участке была аварийная ситуация. Большая ямочность и ограничение скоростного режима. На обновление средства выделили крупное лесоперерабатывающее предприятие. Полноценный капитальный ремонт, потому что мы здесь сделали, значит, только усиление асфальтового покрытия. Значит, основание здесь не трогалось. То есть оно будет усилено только асфальтовое покрытие. Значит, здесь щебеночно-мастичный асфальт сверху, значит, это 4 сантиметра, и усиленный нижний слой асфальта. Это 9,4 сантиметра. Но он считается как выравнивающий, значит, там есть от 9, значит, может быть, до 5 минимум. То есть это, значит, будет служить тем нагрузкам, значит, которые сегодня рассчитаны под перевозку леса. Знаменитый Подтыбокский участок, особенно перед кафе, теперь тоже в норме. До этого лета водителям негде было проехать ямы. Нормально, хоть ездить можно. А то пешком ходили. Чуть ли не сзади толкали машину. Нормально сделали. А вот самый сложный и трудоемкий объект сезона 2017. Начиная с 207 километра в сторону Помозина, капитально отремонтировано 14 километров автодороги. Начата была работа в 2015 году, в 2016 году продолжена, ну и в 2017 году ее закончили. Подрядчик Коми дорожная компания практически закончила работу в срок. Так вот, без отставания, ну и практически без нарушений. Пожалуй, такого участка автодороги сейчас в Коми нет, говорят эксперты. Сделан он на совесть. На подмогу этим летом сюда съехались все ДРСУ дорожной компании. В пик трудились 189 дорожников. Работали два асфальтовых завода, где вырабатывалось до 1000 тонн покрытия в день. Сложностей хватало. Из-за дождей на обочинах тонули экскаваторы. Некоторые даже не верили, что этот участок можно привести в норму. Здесь очень тяжелые грунты, да, если сравнивать. Допустим, то, что мы работали предыдущие года, это Помозино. Помозино более песчаные грунты, а здесь грунты более глиняные, ну, как бы более сложнее. Как бы, ну, вроде как ребята справились. Укрепление щебнем и грунтом, 14 водопропускных труб, 9 лестниц к ним. Таких, кстати, в республике не строили давно. 89 скоростных водосборов, 14 тысяч метров прикормовочного лотка. По словам экспертов, эти 14 километров автодороги Сыктывкар-Троицк-Печорск в этом сезоне по всем параметрам занимают первое место. В эти дни на этом участке асфальтом покроют 8 и 9 километры автодороги. И уже потом на этом сезон дорожники Коми закроют. В следующем году одним из важных направлений станет участок Визинга-Кажим. Анастасия Тюрнина, Василий Янин, телеканал «Юрган», Усть-Кулумский район.